Тление полигона ТБО под Лениногорском ликвидировано. Об этом сегодня сообщили в татарстанском МЧС. Накануне там произошел пожар. Площадь превысила 13 гектаров. Тление засыпали тоннами грунта. В ликвидации возгорания участвовало больше 40 человек и 20 единиц спецтехники. В России с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Наибольший рост ждет Санкт-Петербург и Якутию – 6%. Москву, Кировскую и Новгородскую области – 5,5%. По решению Республиканского комитета по тарифам, показатель для Татарстана в этом году составит 4,2%. Большой национальный концерт, выставка-продажи, конкурсы и аттракционы. Сегодня в Тетюшах – фестиваль мордовской культуры «Валдашинязь». На сцене театрализованы представления, затем мастер-классы и народные гуляния. Хозяева знакомят гостей с мордовской культурой и бытом.